Ребята, всем огромный привет! Я приготовила Крису смесь уже, и идем с вами его будить. Я надеюсь, он уже проснулся. Крис у нас проснулся? Да, Крис проснулся. Кто будет кушать? Крис будет кушать? Смотри, смотри, бутылочка. Давай кушать. Крис проголодался за ночь. Давай, просыпайся, малыш, будем кушать. Кушать будем. Так? Молодец. Крис всегда у нас просыпается с хорошим настроением, да? Сейчас мы покушаем, умоемся, поменяем памперс и будем играться. Сегодня будем играться. Да, Крис? Посмотрите, какой у Криса аппетит. Я 50 миллилитров сделала, а сейчас осталось, ну, может быть, 10. Не знаю, не хорошо видно. Так, может, да, 10 примерно. Все остальное он скушал. Молодец, растет парень. Сейчас мы умоем Криса. Да, Крис? Нужно умываться по утрам и вечерам. А не чистим труба чисто, стыд и срам. Стыд и срам. Вот так и ручки помоем. Вот так. Отлично. Сейчас вытремся. Крис чистенький, пахученький. Можно играть. И можно играть. Вот так. Так, мы сегодня с Крисом решили поиграть в щенячий патруль. Вот мы приготовили наши игрушки, но к нам пришла Эльба со своим новым мячиком. Она с ним, кстати, очень долго не хотела играть, ну а теперь, наверное, решила все-таки с нами поиграть. Да, Эльбочка? Давай, давай мячик, давай нам. Крис с тобой будет играть. Давай мячик, давай. Смотри, Крис сидит, ждет. Давай, кидай, кидай Крису мячик. Дай мячик, Эльба, дай мячик. Давай, давай. Вот так, давай. Только что бросала мне. Я как включу камеру, Эльба перестает себя хорошо вести. Давай еще чуть-чуть. Давай, давай поиграем. Давай, а потом в машинке будем играть. Будешь с нами играть? Давай. Давай, Эльба. Давай на мячик. Крис с тобой поиграет. Не хочет Эльба. Вот так. Молодец, смотри. А мы тебе кинем, да, Крис? Давай, бросай Эльбе. Бросай Эльбе мячик. Вот так. Вот так и поиграем, да, Эльба? Поиграем? Или ты сама хочешь играть? Крис, бросай мячик. Вот так, Эльбе. А Эльба его погрызет. Погрызет. Вот так. Купили. Долго Эльба не хотела играть в этот мячик, но сегодня решила поиграть все-таки. Да, Эльбуся? У нас мышка у нее такая классная, резиновая, для игры. Точнее, для того, чтобы ее погрызть. Она ее почти уже разгрызла до конца. Нужно найти такую же. Очень классная мышка. Она ее очень любит. Надо такую же найти и заменить на новую. Потому что Эльбочка любит свои игрушки. Она у нас ничего не испортила, ничего, ни одной вещи не испортила. Брала пару машинок Гордея, но все равно она их чуть-чуть покусала, не разгрызла до конца. Вот, а теперь играет с новым мячиком. Я очень рада, что она наконец-то с ним играет. Да, Крис, а мы будем играть в щенячий патруль. Вот так бросает. Да, ты бросаешь на мячик? Давай. Опа, а мы тебе будем бросать. А ты нам бросай. Так и поиграем. Крису интересно за Эльбой наблюдать, как она играет. Да, Крис? Скажи, интересно. Интересно. А Эльбе бы погрызть. Да, Эльба? Бросай мячик. Бросай мне мячик. Бросай. Хватит его грызть. Раскусишь и выкинем. Теннисные мячики. Вот так. Классно. Как. Крис, смотри, как классно играет. Теннисные мячики все пораскусала. Мы сразу повыкидывали, потому что была эта труха от них по всей квартире.
Она их очень любит, теннисные мячики. А тут тоже, я так понимаю, теннисный мячик. Только вот, Крису бросаешь. Ты молодец. Но он еще в какой-то вот этой резиновой такой штучке. Да, Эльбочка? И косточки там нарисованы. Крис, Эльба тебя сегодня, видишь, как развлекает? Эльба развлекает сегодня. Давай, бросай, Эльбусь, бросай. Бросай. Она хочет и с нами поиграть, и сама. Крису сейчас дадим машинку. Смотри, Крис, давай машинку нашу. О, это с другой стороны я неправильно тебе ее поставила, да? Вот так. О! С каким-то звуком разным. Угу. Вот так. Да, выезжает оттуда кто? Вот это одна собачка такая. Должна выезжать. Потом вот эта собачка. И где-то еще у нас третья. Горди куда-то ее дел. И карточку, кстати, куда-то мы потеряли. Где-то валяется еще от этого карточка. Так. И вот так вот, да, Крис? А потом нужно нажимать. Нет. Ага. Только это функционирует как-то. О, Эльба. Эльбочка. Ты умничка, ты делишься вот с косточками мячик. Ты делишься, моя хорошая, игрушками, да? Вот так и выезжает сама машинка. Я еще не до конца с этим разобралась. Вот, ну, разные. Вот, разные мелодии там какие-то. Вот, и вот так открывается, да? Сюда можно посадить вот эту вот собачку, Крис. Машинка, вот так, собачка. И она будет рулить машинкой, да? Сердечко тоже куда-то гордик делал. Здесь сердечко нажимаешь, и тоже там мелодии всякие с щенячьего патруля. Ну, куда-то он сердечко уже дел. Нужно искать. Не знаю, где оно. А еще Крис любит вот эту вот горку. Здесь запускается машинка. И вот так выскакивает мишка. Очень классно. Там обратно мишка прячется, знак становится. И следующую можно машинку запустить. Да, Крис? Классные машинки, скажи. Для парней очень интересны. А вот тут еще можно ремонтировать машинки, да? Крис, давай заедем вот так вот. Вот, поднимем платформу, вот так. И вот можно ремонтировать, вот так вот, вот так. Да, Крис? Очень интересно, очень интересно. Это с тобой Гордик поиграет, он любит тоже щенячий патруль. Это такая игрушка для мальчиков. Ему тоже нравится. Эльба наигралась, устала. Крис наигрался, устал тоже, да? И будут теперь Крис с Эльбой отдыхать. Эльба, нет, ты еще не наигралась? Эльбусь, давайте отдыхать. Крис уже наигрался, да, устал. Сейчас будет кушать и отдыхать. А вы обязательно с нами оставайтесь на канале. Следите за нашими новыми видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы всех очень-очень любим и всегда очень-очень рады, когда наши видео набирают много просмотров. А на сегодня пока-пока!